Большой отчетный концерт хореографического коллектива «Веселый ветер» проходил накануне во Дворце культуры «Энергетик». Коллектив уже 17 лет существует во Дворце творчества детей и молодежи. За это время юные артисты вместе с их педагогом поставили около 50 номеров. В этом году мы стали лауреатами международного конкурса. Мы приехали из города Новосибирска. Я ездила с детьми среднего и старшего возрастной группы. Дети очень хорошо показались, лауреаты, дипломанты первой степени стали. Это в этом году. И также в этом году мы свозили детей младшего состава. Дети у нас ездили на областной конкурс и получили нику. Вы знаете, за индивидуальность мы получили первую эту нику. Так что в этом году у нас успехи, я считаю, что неплохие. На отчетном концерте зрители увидели танцевальные номера различных направлений жанров современной хореографии. Сейчас ребята готовят большую танцевальную программу к 25 мая. «Веселый ветер» даст несколько концертов на разных сценических площадках в День города.